Всем привет! Сейчас я вам расскажу анекдот про гинеколога в автосервисе. Каждый день на моем канале прикольные смешные анекдоты. Не забывайте, подписывайтесь на мой канал и ставьте лайки. Приходит гинеколог устраиваться на работу в автосервис. Мастер ему говорит: сдашь экзамен? Возьмем. Максимальная оценка 100 баллов. Насколько сдашь? Столько и будем тебе платить. Задача – собрать и разобрать движок. Гинеколог берет, собирает, разбирает движок. Мастер смотрит на него и говорит: 150 баллов и должность замдиректора автосервиса. Гинеколог: как так? Ведь же максимальная оценка 100 баллов. Мастер ему говорит: но я все видел, но такое впервые. 50 баллов за то, что ты его собрал. 50 баллов за то, что разобрал. И еще 50 за то, что ты это все сделал через выхлопную трубу. Спасибо вам за просмотр. Оставляйте свои комментарии. Всем пока-пока!